В эфире новости, в студии Елена Солонина. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Смотрите. Не голосуй. В правительстве призвали крымчан не участвовать в выборах президента России на полуострове. В поисках литературы. СБУ провела обыск в столичном исламском культурном центре. На пути в НАТО представители Альянса и Украины обсуждают планы на будущее. Сегодня в Киевском исламском культурном центре прошли обыски. Правоохранители искали якобы запрещенную литературу. Об этом рассказал муфтий духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов. По его словам, около 6 утра вломили сотрудники СБУ и прокуратуры со своими понятыми. В это время в центре был один охранник, и он не смог наблюдать за всем процессом обыска. Правоохранители якобы нашли запрещенную литературу сразу в нескольких местах. Однако Саид Исмагилов убежден, книги подбросили специально. От підкинули якусь літературу, яку керівник крамниці навіть не бачив в очі, не знає, що це таке. І цю літературу ще підкинули, поки тут нікого не було, вилучили і написали, що це саме та література, яку вони шукали. Література російською і арабською мовою. Да. І також підкинули декілька екземплярів літератури до нашої школи гімназії, до вчительської. І потім ми дізналися, що і у керівника відділу інформування про релігію іслам, і також він є керівником бібліотеки. Саме в цей час в однокімнатній квартирі також відбувався обшук, і ми підкинули літературу під холодильник на кухню. На кухню під холодильник. Я таке шоу бачив лише у Росії. Киевская местная прокуратура начала процессуальное руководство в уголовном производстве. Проходит оно по факту возможного распространения произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости. Суд по делу ялтинской группы «Хизбут-Тахрир» продолжится в Ростове-на-Дону 28 марта. Об этом сообщил крымский адвокат Эмиль Курбединов. На сегодняшнем заседании в Северокавказском окружном суде заслушали свидетели, среди них и директор школы Наталья, и ее супруг Игорь Коломоец. По словам свидетеля, в сторожке он якобы нашел листовки экстремистского характера. Также еще один свидетель по этому делу – бывший сотрудник СБУ, а ныне ФСБ. Компанейцев утверждает, что Алиев Муслим, Эмир Усейн Куку, Вадим Сирук и Энвер Бекиров хотели осуществить насильственный захват власти путем вооруженного захвата. Эти два дня мы закончили допрос бывшего сотрудника СБУ, ныне сотрудник ФСБ, компанейцев. Также мы допросили еще двух свидетелей обвинения. Это директор школы и ее супруг-сторож. Сегодня мы ожидали, как объявил это прокурор, значит, свидетеля обвинения, заместителя муфтия Айдера Исмаилова, но он в это судебное заседание не пришел. Обращение Виктора Януковича к Владимиру Путину о введении войск в Украину, обнародованное тогдашним постпредом России при Организации Объединенных Наций Виталием Чуркиным, не является официальным документом ООН. Об этом во время судебного заседания по делу о госизмене беглого президента заявил свидетель со стороны защиты экс-министром иностранных дел Леонид Кожара. По его словам, о начале оккупации Крыма ему стало известно в начале марта 2014 года из средств массовой информации. Как сказал бывший чиновник, еще до аннексии он несколько раз посещал полуостров и население Крыма. По его мнению, в своем большинстве резко негативно относилось к событиям в Киеве. Во время допроса Кожара также обвинил Еврокомиссию в срыве подписания соглашения про ассоциацию Украина-ЕС в 2013 году. На жаль, Европейский Союз не смог ухвалить единую линию щодо створення сторонних групп по мінімізації негативних наслідків для України, підкреслюю, не для Євросоюзу, їх це питання не дуже взагалі не цікавило. Для України мінімізації митних і торговельних відносин з іншими країнами, з якими мали угоди про вільну торгівлю.
не участвовать в незаконных выборах президента России в оккупированном Крыму. С таким призывом к жителям полуострова обратилось Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины. В ведомстве опубликовали заявление. В нем просят крымчан не поддерживать нелегитимные выборы, а также воздержаться от любых шагов по участию в президентских выборах в Крыму. В министерстве утверждают, проведение страной оккупантов выборов в Крыму – это грубое нарушение Конституции и законов Украины, а также основных принципов и норм международного права. В ведомстве журналистам ЮА «Крым» так прокомментировали свое заявление. Законодательством Украины определено, что на территории оккупированной, которой является Крым, действует особенный правовой режим, в соответствии с которым никакие выборы на этой территории не проводятся, а все органы власти, которые созданы страной-оккупантом и принимаемые ими решения, нами как государством признаются нелегитимными и незаконными. 12 представителей стран-членов НАТО с визитом в Одессе. Встреча проходила в дни 4-й годовщины аннексии Крыма. Там обсудили актуальные проблемы сотрудничества Украины и Североатлантического альянса, развитие вооруженных сил и угрозы наращивания российского флота в Черном море, а также подвели итоги национальной программы сотрудничества Украина-НАТО. Так, за год удалось реализовать 307 мероприятий, говорят участники конференции. Все они направлены на укрепление оборонного сотрудничества. На заседании украинские дипломаты, политики и военные призывали представителей НАТО не признавать выборы в Крыму. Говорят, это нарушение международного права, ведь при оккупационной власти на полуострове возможны только выборы без выбора. Кроме этого, судя по размещению на полуострове военных и вооружения, в Крыму формируется мощная ударная группа. Это существенно меняет баланс сил в регионе. Так прокомментировала итоги заседания народный депутат Ирина Фриз. Следующее заседание Межпарламентского совета пройдет в Брюсселе в ноябре этого года. З самого початку агресії Російської Федерації на Україну зайняла дуже чітку, дуже однозначну позицію стосовно російської делегації. Вони відразу прийняли рішення стосовно того, що російська делегація не може далі брати участь у парламентській асамблеї НАТО. Путь Украины в НАТО необратим. Так считают участники заседания Межпарламентского совета Украина-НАТО, который проходит в Одессе. Главная задача, считают политики и военные, это укрепление обороноспособности страны. Особенно, когда страна-агрессор наращивает свой военный потенциал в оккупированном Крыму. О дальнейшем сотрудничестве и совместных военных учениях, а также о развитии вооруженных сил Украины и военно-морских сил говорили представители Министерства обороны, ВМС Украины и НАТО. Сотрудничество Киева с Североатлантическим альянсом и то, насколько это сейчас важно для нашей страны, обсуждали участники заседания Межпарламентского совета Украина-НАТО. Они подвели итоги годовой национальной программы под эгидой комиссии Украина-НАТО, а также обсудили планы программы на этот год. Это реформы, гуманитарная ситуация с безопасностью на Донбассе и вопросы развития вооруженных сил и ВМС Украины. Первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак подчеркнул важность избранного вектора – путь к евроинтеграции и какой ценой нам это дается. 4 года Украина за поддержки демократичного света протистоит гибридной агрессии России. Россия здійснила оккупацию Крыма. Украина тимчасово тратила контроль над частиною территории Луганской и Донецкой областей. Можливість повномасштабної збройної агресії Росії є цілком реальною. Все це відбувається на фоні активного інформаційного тиску з боку Росії по виправданню своєї позиції і дискредитації України, в тому числі щодо обраного нами європейського вектору розвитку. Он также напомнил, позиция страны по размещению на всех временно оккупированных территориях полноценной миротворческой миссии ООН есть принципиальной. Это обеспечение международного контроля над частью российско-украинской государственной границы в зоне АТО, вывод с нашей территории всех незаконных вооруженных формирований и подразделения регулярных российских войск. Кроме этого, важно исключить возможность участия Федерации в этой миссии ООН. А главным и решающим фактором содержания этой агрессии России и есть вооружение. Вооруженные силы Украины. Россия збільшує військову присутність в Криму, перебазовує нові кораблі, підводні човни, системи залпового огня. Візити кораблів НАТО до українських портів і проведення спільних навчань з нами
є свідченням підтримки України. Військово-морські сили активно співпрацюють з НАТО, і НАТО допомагає нам в питаннях нашого захисту суверенітету і розбудови військово-морських сил. Сегодня участники мероприятия также побывали в западной военно-морской базе ВМС Украины. Там они осмотрели инфраструктуру, корабельно-катерный состав и побывали на флагмане флота «Гетманса Гайдачный». Александр Белов, Елена Солонина, Даниил Вржеч. Новости ЮА Крым. Сегодня в центре Киева прошел мастер-класс по крымско-татарской орнаменталистике. Ученики Малой академии наук Украины рассказали о крымско-татарских символах и орнаментах, а также, что они означают. Мастер-класс был посвящен крымско-татарскому орнаменту «Орнек», который внесли в список культурного наследия Украины. На месте работает наш корреспондент Руслан Халапов. Руслан, здравствуй, расскажи, пожалуйста, что там сейчас происходит и кого ты уже успел встретить. Здравствуй, Лена. Мастер-класс уже вот подходит к концу. Организатором выступила Малая академия наук Украины. Дети, педагоги и методисты, они рассказали о том, что значит каждый символ, рассказали об орнаменталистике вообще, рассказали, где какой символ часто используется и для чего. Вот в частности, со мной рядышком стоит методист Малой академии наук Халилова Ленура. Она вот расскажет нам об орнаменте «Орнек». Ленура Ханова, расскажите, пожалуйста, что значит орнамент «Орнек», да, и можете ли вы привести пример? Да, конечно. Орнек – це кримсько-татарський традиційний орнамент. Пропоную розглянути на даному виробі. По центру зображен кіпаріс, серви на кримсько-татарській мові. Це чоловічий знак, символізує він стійкість. Також симетрично зображені бадеми – це знак молодої дівчини. Також симетрично зображені тюльпани. Ляле – це символ юнака молодого. Ленура Ханума, скажіть, будь ласка, от ці орнаменти, вони використовуються тільки в кераміці, або где-то ще? Кримсько-татарський традиційний орнамент зображується на усіх виробах декоративного житкового мистецтва. Це може бути і кераміка, і хатні приладдя, і одяг, взуття, ювелірні прикраси – все, що пов'язано з культурою та мистецтвом кримських татар. Спасибо большое. Ну, собственно, сами организаторы планируют провести еще ряд таких мастер-классов, где каждый сможет прийти, познакомиться вот с такими примерами крымско-татарской культуры, приобщиться к ним и даже попробовать изготовить самого. Студия. Руслан, спасибо тебе огромное. Это был корреспондент ЮА Крым Руслан Халапов с мастер-класса по крымско-татарской орнаменталистике. А мы идем дальше. Российский Первый канал покажет фильм «Крым» в так называемый «День тишины» перед незаконными выборами президента России в Крыму. Именно тогда, когда агитация полностью запрещена. Режиссером пропагандистской картины является Алексей Пиманов. Действия происходят весной 2014 года во время аннексии России полуострова. В основе сюжета якобы история любви парня из Севастополя и украинской журналистки. Прокат фильм вышел 28 сентября прошлого года. Перед этим стало известно о взломе десятка тысяч аккаунтов на Кинопоиске для поднятия рейтинга картины. Еще одна форма, где покупали много миллионов долларов, да, насколько я знаю, бюджет 7 миллионов долларов. Мне выдается не дуже майстерна работа, потому что даже уровень відвідування этой стрічки на материку Российской Федерации є прекрасным показником того, что это точно не є шедевром российского киномастерства. Те, что мы штучно намагались показати, що такою ж таким опытом користується цей фільм, я впевнена, вони працівників державного сектору змушували дивитися цю стрічку. Да? Це все теж показником того, ну, слабкої позиції по факту. Защитить Ханский дворец. В соцсетях набирают обороты флешмоб по защите Бахчисарайского музея-заповедника. Люди публикуют селфи на фоне дворца и призывают оккупационную власть Крыма прекратить так называемый ремонт исторического здания. Активисты считают, под видом ремонта оккупанты уничтожают единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры. В постах жители полуострова обращаются ко всем украинцам с просьбой поддержать акцию. В понедельник, 5 марта, Симферопольский суд оккупационного Крыма отказался принять иск экс-директора Бахчисарайского музея Эльмиры Аблялимовой с требованием прекратить псевдоремонт Ханского дворца. Российский адвокат Николай Полозов уже заявил, намерен обжаловать это решение в Верховном суде Крыма.
На эту минуту это все новости. В студии была Елена Солонина. Следующий выпуск новостей уже в 19:00. Оставайтесь с нами и подписывайтесь на UA Крым Facebook. Хорошего вечера.